В Люберцах продолжается серия лекций для представителей старшего поколения. На этот раз жителям городского округа рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников. Объяснили, как нужно действовать, если поступил подозрительный звонок, и кому стоит обращаться за помощью. За беседой наблюдала наша съемочная группа. Да, на телефон не отвечаем, никому свои данные не передаем, но каждый раз все сталкиваемся с одним и тем же, что сосед, знакомый, родственник опять перевел какие-то суммы непонятно куда. На этот раз с жителями городского округа Люберцы встретилась депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина. Она руководитель направления долголетия для всех партийного проекта «Старшее поколение». Тема лекции более чем актуальна для людей этого возраста. По статистике, именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами телефонных аферистов. Звонят по телефону и говорят: в общем, вы взяли кредит и вы не платите. Ну, представляете, я в шоке, до сих пор я в шоке. Откуда у нас могут появиться у мошенников ваши телефоны и ваши имена, отчества? И то, где вы живете. Очень просто, очень просто. Вы приходите оформлять любую карту скидочную в магазине. Базы данных магазины, к сожалению, продают. Если вы понимаете, что с вами поговорил мошенник, вы ему сообщили свои банковские реквизиты, вы ему сообщили свои паспортные данные, вы не теряетесь, вы сразу же звоните в свой банк и говорите: я стала жертвой мошенников, я прошу все банковские операции по моей карте прямо сейчас заморозить. Подобные лекции для старшего поколения проходят на постоянной основе. Тема каждый раз новая. Начисление пенсии, платежи за услуги ЖКХ, вопросы здравоохранения и многие другие. В апреле 2023 года мы запустили на сайте высшей партийной школы партии «Единая Россия» курс бесплатных лекций для людей старшего возраста. Это депутаты Государственной Думы, это сенаторы, это практики, которые в режиме онлайн, слайдами, с конкретными ссылками консультируют наших пожилых людей, отвечают на все волнующие их вопросы. А уже на таких очных встречах можно рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Лекции проходят в центрах активного долголетия и в общественных приемных партий «Единая Россия». Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.